В столице подвели итоги 21-го сезона ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России». Победителей определяли путем интернет-голосования, в котором приняли участие около 980 тысяч человек. Одним из лауреатов стала марка «Шкода». Российские автомобилисты назвали лифтбэк «Октавия» лучшей моделью среднего класса. Вы знаете, «Шкода» — это семья, и «Октавия» — новый член нашей семьи. Мы уверены, что у этой модели действительно большой потенциал. Так что эта победа не конец, а только начало. Я думаю, популярность «Октавии» будет расти, и в следующем году мы достигнем с ней новых высот. «Октавия» восьмого поколения поступила в шоурумы дилеров в ноябре. Сегодня лифтбэк доступен в четырех модификациях с атмосферным и турбированными моторами, механической, роботизированной и двумя автоматическими коробками передач. Уже в базе «Шкода Октавия» располагает светодиодной передней оптикой, бесключевым запуском двигателя, обогревом передних кресел и медиакомплексом «Свинг» с 8-дюймовым экраном. В самом же богатом исполнении можно найти диодные фонари, бесключевой доступ замками в каждой двери, голосовое управление, мультимедийку с 10-дюймовым тачскрином и массу других полезных опций. Стартовая цена лифтбэка на сегодняшний день составляет 1 миллион 515 тысяч рублей. К слову, «Октавия» — самая свежая пока новинка от «Шкоды» в России, если не считать полноприводную версию кроссовера «Корок». Но совсем скоро это изменится. На конвейер завода группы «ГАЗ» в Нижнем Новгороде вот-вот встанет посвежевший «Кодиак». Мы готовим для российских покупателей один сюрприз — это обновленный кроссовер «Кодиак». Его продажи стартуют осенью, но сейчас я могу сказать только то, что это очень красивая машина. Прочие подробности мы раскроем позже. Хорошие новости есть и для тех, кто уже владеет автомобилями «Шкода». Этим летом во всех дилерских центрах марки действует сервисная акция. Скидка до 30% на ремонт тормозной системы и подвески, замену комплекта ГРМ, а также техническое обслуживание на машинах старше 4 лет. Чтобы воспользоваться специальным предложением, нужно зарегистрироваться на официальном сайте и получить промокод. Скидка зависит от общей суммы, прописанной в заказ снаряде. То есть чем больше работ, тем больше выгода.